Так, мы собрались в Рошашита. Завтра выезжаем на маршрут. Небольшой ужин. Народ продал глаза, мы проснулись. Сейчас утренний чай. И выезжаем на Тиф. А, отлично, сейчас сделаем завтрак. Люхина машина, очередной раз всех перебудил. Прям как после похмелья. Народ. Руки трясутся, все хотят чая. Мы в прошлый раз с Игорем шли три, по-моему. אני תמכתי בשבע מנדטים, מה לעשות? יהיה כן, מי תמך פה באולמרט להרים יד? אז חלילה, איך שמחתי שלא מכרתי בו? מה זה שבע מנדטים? הגמלאים, אמרתי, זה עם מצב כזה, אני אתמך בגמלאים, שיהיה לי פנסיה, משהו. איפה הם? הגמלאים שם. Все в форме. И выезжаем. Так, наконец мы все собрались, да, сейчас поедем. Шеф, да, будем надеяться, что нам поможет. Разминка утренняя. Вот не фалеро, там химикали, к сожалению. У нас куча народа сегодня. Кто мог подумать, все начиналось с безобидного объявления на форуме. Ну что стали? Вас ждем. Остановились мы на полпустыни. Все в порядке? Да. Вот первый подъемчик. Хорошенький, не знаю, ли видно. О, ну, поверьте мне на слово. Часть мы его уже преодолели. Как слышно. По моему дыханию. Ну, вот так это выглядит вблизи. Да. Либо ехать, либо не ехать. Я не пример. Куда?
Тирана слез, надо до конца. Это по таким подъемам. Да. Мы поехали. А в другой с палкой. Да, я потерял. Черные такие узкие. Ну куда народ загнал? Самого совесть пути. Такого ты еще не снимал. Подземный город без велосипедов, это его еще не было. Это точно. С Малинуами. Вон там этот... Ну, бодрое выражение лица, как будто бы еще ничего не проехали. Преимущество велосипеда перед другими видами транспорта. Ногами сюда далеко, джипами непроходимо, а велосипедом запросто. Смотрите, какие чудесные виды. Петлю придется оставить на месте. Ну? Игорь, тебя подержи. Не поработает. Вау, какая глубина. Еще, да, все уже там же. Вот еще выше там какие-нибудь такие. Там нет, там мы проехали начали. Там, тут, так, вот, там начало заходит вот так вот, да, да, начинает да, вилять, и вот эти два водопада есть. Нахаль Перес. Не приседай, ты сверху. Возьми это, просто возьми. Ну что, давайте здесь, я сегодня бесплатно позирую. А что-то хорошо тоже можно. Ну вот я, Лень, сделай сверху. Игорь, фотографируй тебя. Да. Давай. Сейчас. Проекция, у тебя получается, ну, вот хорошо, ну сейчас фотографируй. Да давай, бесплатно, мегапиксели тут. Ну давай, я живот втяну. А нам, кстати, не по зелененькому этому синглу? Не-не, нам там, продолжай. Нам по джиповке, да? Да-да-да. Природу видно? Не, вот туда красиво, наверное, будет. Да, уверен. Посмотрите на чудесные краски пустыни. От черного, абсолютно черного, до практически белого. Где еще такое можно увидеть? И на фоне вот этих камней непонятно как пробивается зелень, зеленое растение.
тестулях, забрался на гору, ем сосиску. А тебе надо кричать, снимите меня, я отдам колбасу. Отдам колбасу. Ага. Или красота какая. Это Нахаль Перес. Промыл годами такую промоину в скалах. Скала. Вода тут тоже не каждый год. Нам повезло, были дожди и шитфано. Игорь, поехали! Смысла нет иначе ждать. Ой, домино. Пожалуйста. Это ключевое место нашего путешествия, Гавей Перес. Такие бассейны водные, промытые ручьем за миллионы лет. Конечно, воды сейчас немного, было бы больше, было интереснее. Но тем не менее. Сейчас мы здесь попьем чаек. Вот, собственно, приготовление к чаю. Приготовление номер один. Приготовление номер два. Смотрите, сколько у нас чайников, кто бы мог подумать. А работа кипит. Это еще не все. Если вы думаете, что у вас двоится в глазах, вы ошибаетесь. Сколько полный его заливать? Полный. Их два. А, совсем свежий. Всего понять не тот, что лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как червь, пышней я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долина слез, мне радостнее рая. Зажгут костер, и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я и вдруг забуду, кому презрение, а кому почет. Я всеми признан, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, а сплю я только днем. Я по земле с опаской уступаю, не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полыни горше мед. Но как понять, где правда, где причуда? И сколько истин, потерял им счет. Я всеми признан, изгнан отовсюду. Не знаю, что длиннее, час или год. Ручей или море переходят вброд. Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Печат, как не слышно. С собой, конечно. Сейчас разделим. Ну и сами не ходите. Смотри. Моя клета уже все, мой телефон. Вот ничего нет. Как видите, силы у нас еще остались. Это серьезно, потому что иначе тут неудобно. Многих остановят, прежде всего, вот,
Ну вот началась велопешеходная часть маршрута. Пожалуйста. Да. Подниматься мы уже не будем. Пока что мы идем туда. Фотографируешь, Игорь? Видео. Сейчас все. Ты вовремя уточнил, я уже хотел задать вопрос. Нет, просто самое высокое, откуда я летел, так, метров 20 примерно, это она же меня и уронила. Смертельный номер исполняет Михаил, дубль и хат только, дубль один можно сделать. Почти, ну скажем так, нечисто. Нечисто. Вторая попытка. Готов. Велосипедный маршрут по пешеходной тропе. Ну, уже чище.